Этот ролик подходит только для больших мальчиков и девочек 18+. Айгор. Да. Тебе брошен вызов. Кто он? Его имя Мастер. Я знаю его. Они смеются над тобой, Айгор. Они утратили веру в тебя. Докажи им обратное. Покажи, на что ты способен. Вызов принят. Самое необходимое. Клавиатура, мышь и карандаш для схемы прохождения. Покажи высший класс, агент. Монету на удачу. На самом деле мы привлекаем охранника на втором этаже. Забавно. Но почему ты не хочешь дождаться его и устранить? По условию контракта не должно быть устранений и жертв. Как сказал мастер, контракт создан для проверки скилла. Еще никаких переодеваний. Время, за которое мы должны пройти контракт, 2 минуты 22 секунды. Насколько я помню, внизу двое охранников и двое гражданских. Здесь все очень просто. Бежим вдоль стены, и нас никто не заметит. Великолепно. Цель совсем рядом. Какое чувство ты испытывал в тот момент? Учитывая, что дойти до цели порой сложнее, чем устранить ее, нужно сохранять спокойствие. Да, я был спокоен. Мне нравится твой подход к игре, Айгор. Убийство с помощью удавки. Еще одно условие. Все тела должны быть спрятаны. Проходя этот контракт, действительно можно почувствовать себя наемным убийцей. Без переодеваний, без лишних жертв. Все тела должны быть спрятаны. Этот контракт великолепен. Я полностью с тобой согласен. Даже несмотря на то, что время прохождения у нас ограничено. Согласен. Но будем считать, что этот контракт исключение из правил. В конце нам понадобится вторая монетка. Третью я оставлю себе на удачу. С таким количеством глаз тебе действительно понадобится удача. Ты угоняешь их вертолет прямо у них на глазах. Это заслуживает высшей оценки. Я думаю, вы поняли, друзья. Да, первый среди первых. Спасибо мастеру за контракт. Увидимся на следующем стриме. Пока, друзья.